Здравствуй, дорогой зритель! Перед просмотром хотелось бы попросить поставить лайк на это видео и подписаться на канал. Приятного просмотра! Похоже, что российская певица Наташа Королёва уже по горло сыта скандалом с изменой мужа Сергея Глушко. На своей страничке в Instagram дива показала, что борется с навалившимися на нее проблемами и стрессом косметическими процедурами. «Делаем красивый животик, топим нажранные жирочки», комментирует с самоиронией Королёва процедуры, которые проводили ей в одной из клиник Краснодара. Звезда рассказала, что специально приехала в кубанскую столицу на оздоровительные спа-сеансы. Она отметила, что такого эффекта не получала ни в каких других клиниках, сравнив с Москвой, Питером и Майами. Возможно, таким образом она рекламировала медицинское учреждение. «Я приезжаю сюда за профессионализмом и атмосферой», расхвалила специалистов звезда. Стоит отметить, что за 47 лет королева ни разу не колола себе ботокс. И в клинике она акцентировала, что категорически против этого препарата. В Краснодаре ей сделали легкую омолаживающую шлифовку лица. Перед тем, как поехать к косметологу, артистка обратилась к поклонникам с заявлением, сначала высказавшись в адрес тех, кто раздувает скандал с изменой ее мужа. А зачинщиками склоков она назвала все СМИ. «Если скандала не хватает, то его просто выдумывают, потом раскачивают и раскручивают, подливая грязи. И несется это все с сайта на сайт, не забывая про телеэфир. Поэтому, дорогие друзья, если на днях в очередной раз вам будут подавать блюда под соусом очередного скандала про меня, про Тарзана, про мою семью и так далее, выключите эту чепуху, берегите свои уши и глаза. Или хотя бы сделайте тише», — попросила своих подписчиков Королёва. Исполнительница вдобавок посоветовала посмотреть фильм «Паразиты», удостоенный премии «Оскар». В нем она увидела связь с нашим миром, в котором живут люди-паразиты, разрушающие чужую жизнь.